Библиотека поселка Дубровский присоединилась к акции «Русская литература освобожденным территориям Украины» еще в сентябре. Как рассказала заведующая учреждением Ольга Соловьева, за это время было собрано около 50 книг. Мы собираем активно книги, люди с удовольствием приносят их, помогают. И, ну, в основном в акции участвуют книги советской литературы, зарубежных авторов, детская классика, по школьной программе книги. Книги должны быть, конечно, в хорошем состоянии, нерванные и свежие. Собирать литературу помогают волонтеры из Центра культуры «Мечта». В основном это школьники в возрасте от 12 до 17 лет. У нас и ребята также московские принимают, которые здесь проживают, то есть и в Москве учатся. Ребята признаются, что с радостью принимают участие в различных благотворительных мероприятиях. В рамках акции школьники помогают людям старшего поколения и доставляют книги в библиотеку. Тут работает моя мама, и, конечно, меня тоже заинтересовало это дело, я тоже захотел. Мы ездим на разные мероприятия, участвуем как в конкурсах различных. Ну, просто люблю помогать людям бескорыстно. Библиотеки принимают книги с произведениями из школьной программы, а также русскую и зарубежную классику, и только в хорошем состоянии. В принципе, принимаем все, потому что также есть буккроссинг, который остается и существует в библиотеках. Вот. Ну, а дальше я смотрю, что-то, если по школьной программе в хорошем состоянии, то пойдет, конечно, в акцию. Если книги... Я же не могу отказать людям, понимаете, они приносят, и мы их берем в любом случае. Принять участие в акции, принести книги в ближайшую библиотеку может любой желающий. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.